Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня выходной обзорчик акций. Честно говоря, удивлен, особенно с английского сервера. Почему, сейчас вам покажу. В общем, не забывайте забирать, как я, плюхи с акций халявных. Так, значки почета. Именно на столочка, которые поменяли все полностью плюхи, добавили фраю, к сожалению, не знаю, или к счастью. Вот я получил один пазлик. Заберем скины. Так, также не забывайте время благодарения. Акция, в которую надо заходить каждых 6 часов. Ой, GG, конечно, красавчики, сделайте раз в 12, но кто будет каждых 6 часов заходить? Ну, наверное, задроты некоторые будут, но это нереально 4 дня каждых 6 часов. Тупо ночью приходится. Бред, короче. Что удивительного, набор за один самоцвет на русском, как всегда, ничего толкового не дадут. Дадут расходники, карты, которые нахрен не нужны, по сути. Они и так, карты добываются, квесты добываются, карты на пришествие, ну, не знаю. Да, это польза, но, опять же, для кого? Для тех, кто может ходить, а многие туда не могут попасть даже. В общем, такой вот набор за один сам, по рынку. Печально все. Как-то странно, они сегодня завезли огника. Второй раз на вторую неделю. И обычный рынок, просто нифига нету. Вот. Чем меня удивил здесь рынок и на этом, и на английском сервере. Все, это весь наш трэш, который есть. Поехали на английский сервер. Тоже как-то странно, вроде пятница 13 была, должны были сегодня хотя бы скидки последний день месяца сделать на выходных, но... Говорю, пятница 13. Здесь вот классный коллекционер, мне он очень понравился, потому что за ПБшку дают 10-ю, ребят, 10-ю эмблему исцеления, это реально круто. Ну а так остальное все, в принципе, стандартное, но еще плюс то, что за шамана, опять же, за ЗПшки можно получить 5 сундучков для бездоната, это однозначно плюс. Плюс магазин скидок вот такой вот, где есть ластик, суперсила продается полным ходом, а ТУшка, ну я заберу однозначно, что не забрать. Что тут у нас ТУ добавили вместе психощита, ну тоже интересная тема. Сундучки можно забрать. Суперсилы у меня уже валом. Островок. Тоже ЗПшки. Описано это. Так, вот тоже есть. На столочку завезли. А вы представьте, у вас не один аккаунт, а там их 5-6. Это каждый надо зайти в этот Thanksgiving Day и прожать. Ну, реально, немножко бредово, как по мне, они это сделали. Ну, плюшки, конечно, хорошие, но... Проспектор. Evolution Gifts. Рынок тоже. Как-то странно, но здесь хоть побольше, чем на русском. И странно, не как всегда. Последние дни что-то они сюда прям мега-мега закидывали. Сегодня как-то все простенько и печальненько. Посмотрите, больших паков даже нет. Возможно, они добавят их попозже, днем. Но я что-то сомневаюсь. Видите, нету соток. Как-то странно. Что-то, короче, ребятушки, пошло не так. Так... Зефир, вот видите, он дешевеет, но нету паков, что-то они не добавили, написано Black Friday пак. Что-то его не видно, что-то реально пошло не так. Бля, не пропустили, что это было вчера. Поехали на нем гулянем.
Это причем на многих серваках такая хрень. Sense Given. Че у нас по ивентам? Вот здесь тоже, кстати, неплохой коллекционер. Но не такой аж прям актив, видите, тут все леги, практически панда, но такое себе. Так, островок я забирал. Вот такой вот здесь можно вытащить, если повезет, вторые сумки Огника, вторые сумки Розы, ну и пирате то же самое. Здесь реально кайф. Так, это у нас что? Это у нас Shop Order, накопления, дракончики, пэты. Вот за пэтов, кстати, посмотрите, 15 тысяч на пэтов тратите, но это, конечно, бред, но все равно плюхи неплохие. И вот вуаля, ребятушки. За один самоцвет супер набор, немка, как обычно, на высоте. No comments. Начиная с 4 по 9 за один самик. Просто капец. Нас, видите, тут настолько крутой сервер, что у меня здесь просто не хватает, ребят, места на аккаунте. Блин, пипец. Приходится продавать. Просто места нет. Что хочешь, что и делай. Слизней, конечно, здесь по сравнению с АЭСом. Здесь не хватает слизней. И всякое сранье. Ладно, давайте добавим немножко места. И то не все забрали. Вадушка, СО, пакт. Почему бы и нет? Спасибо, IGG. Я считаю, это реально очень крутой супер набор за один самоцвет. Хоть и по одному мешку, зато есть возможность собрать какие-то недостающие эмблемы, какие-то недостающие осколки. Правда, их мало падает, но все же. Скины. Это за один сам, и это более полезный, нежели те карты, которые дают на русском сервере. Все, больше здесь ничего. Поехали еще Тайвань почекнем. Что у нас интересного на Тайване есть? Я гляну, АЭС еще тоже зайду. Я вчера в зубу залипал. Апал 12к. Еще немножко мы перейдем в новый сезон. Такс. Что у нас здесь есть? За 300 самым неплохой накопление. Ну тоже я что-то смотрю, что-то здесь тоже пошло не так. Нету того, что обычно на выходных. Но здесь, в принципе, акции так хватает. Пират. Девятые сыпь. Это вот барда я еще здесь не выловил. Ни одного осколка. Ну тут такие акции. Сейчас я чекну АЭС. Так, настолка. Я попробую запустить АЭС, если запустится. Я вчера что-то переустанавливал, мучился. Ни хрена не получалось. Что-то оно все равно дает сбои. Есть, да. Ну, я так вверху покажу вам, что у нас здесь есть. Настолочка вот такая вот. Одиннадцать, десять, пять штук. Неплохо. Это радует.
Это мега удача, ребят. Время благодарения. Понятно, оно такое же, как и везде. Яйца, колесо фортуны по событиям. Коллекционер. Вот смотрите, за РТ-шку дают землеройку. Фига себе. Охренеть. За ледяного феникса розу. Космо. Тоже классный коллекционер здесь. Ого, нифига себе. Блин, я пропустил, сколько у нас там Мэри выпало. Обновить. Скин на Космо, ребят, пожалуйста. Айс живет своей жизнью. Тут тоже что-то пошло не так. Тоже нету этих скидок. В общем, вот такой вот, ребятушки, трешачок. Неожиданно. Вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, смотрите видосиком. Всем удачи, всем пока.